Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. И для вас я решил снять классный ролик. В общем, решил взрывать всю эту пиротехнику, короче, прогуляться по лесу, просто поговорить с вами, повзрывать. И, короче, чтобы вы посмотрели классный видос со всей этой пиротехникой. В общем, тут много чего есть, смотрите. Есть ракеты, короче, выбрал самое интересное такое, чтобы просто повзрывать интересно и провести хорошо время. Ребята, меня часто спрашивают, где я покупаю пиротехнику. Так вот, хотел бы вам порекомендовать классный магазин, называется Пиромаркет. Я сам часто здесь заказываю, поэтому буду рекомендовать его. Поскольку здесь очень большой выбор различной пиротехники, смотрите. Начиная с петард. Вот, по-быстренькому вам покажу. Петарды, короче, на любой вкус. Заходите, смотрите, кому интересно. Также есть, короче, различные пиротехнические мелочи, римские свечи. Короче, все здесь есть. Минометы, салюты, различные вот такие спецэффекты, дымы всякие, фаера. Думаю, всем будет интересно, кто увлекается такой темой. Заходите в интернет-магазин Пиромаркет. Здесь также, ребята, есть акции. Не забывайте про акции, смотрите. Также, ребята, еще не забывайте вводить промокод TNTFOX, тогда получите 10% скидки на весь заказ. Договорился специально, чтобы был промокод от меня, чтобы кто покупал в этом магазине, получили скидочку чисто от меня. Что же, ребятки, магазин классный, всем советую. Магазин уже давно на рынке находится, проверенный. Комментарии все пишут хорошие. Также я часто заказывал, поэтому рекомендую вам этот магазин. Ссылочки на магазин будут в описании. Буду, короче, складывать все в рюкзак. И заодно вам покажу, что я здесь брал. Короче, есть, ребятки, у меня вот такие мощные петарды. В общем, выбрал, короче, разных петард интересных, чтобы все это забахать. Будем прогуливаться по лесу и просто взрывать, наслаждаться взрывами мощными. Также ракеты вот позапускаем, короче. Смотрите, есть различные ракеты. Вот, думаю снять для вас длинный хороший ролик, чтобы вы посмотрели и заценили. Так, вот. Такие пиротехнические штуки есть. Салютики различные. Все это будем тестить. Мощных петард специально взял, чтобы что-то повзрывать. Также будем делать связочки и все такое, то, что вы любите. Вот. Постарался учесть все комментарии. Вот, всякие блицы взял. Все интересное. Ух, уже самому не терпится повзрывать. Вот так. Пиротехники действительно очень много. Постараемся найти какое-то хорошее место, чтобы все это тестить. Вот так вот. Смотрите, уже не влазит рюкзак. Так, нужно все хорошенько упаковать. Вот так вот. Вот тут пулеметные ленты, короче, различные фонтаны. Все самое крутое. Вот такие штуки, смотрите. Вообще просто класс. Уже прям вываливается все. Так, думаю, получится видос классный, так что усаживайтесь поудобнее, не переключайтесь. Также, ребята, смотрите. Еще взял, короче, здесь вот таких мощных петард. Разных там бабочки, короче. Много мощных петард. Все это будем тестить обязательно. Так, во. Такой рюкзак. Вот так вот запечатали. Что же, ребятки, не переключаемся, сейчас будут крутые взрывы. Сегодня продолжаем 24 часа взрывать мощные петарды. Целый рюкзак, ребятки, смотрите. Вот столько осталось еще. Давайте посмотрим, что бы такого взрывать в этой серии интересного. Так, предлагаю, ребята, бахнуть вот такую связку вот таких Little Pirate от фирмы Максим. Для этого я их как раз и брал. Бахнем вот такие громовицы, постреляем. Так, есть вот такой прикол.
Крутящийся, не знаю, правда, где его тут ставить. Ну, как-то, короче, затестим. Будет как фонтан. Вот такая ракета. Жалко, конечно, палочка сломалась, но ладно. Еще мощных петард постреляем. Вот такие крутилки есть интересные. Корсарчики 4. Так, пока в сторону рюкзак. Давайте начнем. Давайте вот таких корсаров повзрываем. Так, зажигалка, видите, сегодня уже подводит. Так, возьмем другую для зажигалки, чтобы всегда на запас были. Так, есть. Ух, ё-моё, все в порохе. Так, берем штатив. Повзрываем где-то тут их. Смотрите, сколько флеша. Подальше отойду, чтобы было видно. Так, один там, один там. Так, и давайте бахнем несколько стоя, чтобы никуда не отлетали. Надеюсь, все поджечь успею. Так, есть пулеметная лента, поджигаем. Блин, затухло. Так, у меня есть идея, ребят. Смотрите, есть такой Crazy Robots и вот такой баллончик. Так, по-моему, я брал с собой на запас изоленту. Да, чтобы что-нибудь прикрутить, если найду. Так. Берем. Не знаю, правда, разорвет или нет, но давайте затестим такой взрыв. Crazy Robots и баллон. Yeah.
Вот это шибануло, ребята. Баллон улетел. Смотрите, здесь еще что-то подгорает. Так, быстренько затушим, чтобы не было проблем. Так, топ-взрыв, ребят, за такой взрыв. Ставьте лайк обязательно. Давайте посмотрим, чтобы еще такого забахать. Давайте ракету, что ли, как-то запустим. Пусть даже с коротким, стабилизатором попробуем запустить. Во. Только где? Вот так вот. Блин, еще короче стал. Вот так вот. Вот такой взрыв был. Так, вот баллон нашли. Смотрите. Разорвался хорошо. Вот так его сторону. Так, есть. Есть вот такие крутилки. Давайте их здесь буду бросать. Ёшкин, матрёшкин, запутались все. Бросаю, вы смотрите, как они крутят. Короче, знаете что? Сделаю... Вот так. Бахнем Корсара 4. Так, есть вот такой прикол. Смотрите, есть вот такой прикол, но не знаю, будет он крутиться или нет. И вот есть гвоздик. Так, куда бы его установить? Вот так, что ли? Как-нибудь нужно забить куда-то. Сейчас попробуем забить и продолжим. Вот так вот, ребята, прибили, смотрите. Не знаю, будет крутиться или нет. Я думаю, что застрянет. Можете поставить на паузу и написать в комментарии, будет крутиться или нет. Так, поехали. Классная штука, ребята. Кто хочет еще таких штук, обязательно напишите в комментарии. Постараюсь для вас еще таких штучек взять. Вот. Смотрите, интересная, интересный прикол. У меня еще такие есть, так что пишите, если кому буду обязательно для вас еще брать. Так, есть еще у меня петарды. Давайте бахнем пулеметку. Завалялась тут в кармане.
бахнем в одну мощную петарду. Шок. Вот здесь. Шик, ребята, супер взрыв. Смотрите. Так, давайте пахнем напоследок связочку вот таких петард. Так, нужно только какой-то петардой присыпать. Вот так их сделаем. Так, вот так вот. Думаю, я успею отбежать. Класс, ребята, связка, как вам? Понравилось? Так, ребятки, чтобы не пропускать следующее видео, обязательно подпишитесь на канал. Будем продолжать 24 часа взрывать петарды. Не будем затягивать этот ролик. Выпускаю каждый день ролики, так что подпишитесь, будете смотреть следующую серию обязательно. Надеюсь, видео вам понравилось. Пишите, что вы думаете по поводу сегодняшнего ролика. Понравилось или нет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на второй канал, кто не подписан. Ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале также выпускаю классные видео, как и здесь, очень интересные. Предлагайте, какие петарды взрывать в следующий раз. Какие видео хотите видеть на моем канале, что вам интересно. Все пишите, предлагайте. Буду для вас обязательно это все снимать. В общем, а сейчас будем продолжать взрывать дальше петарды классные. Так что не переключайтесь. Кто хочет увидеть следующее видео, обязательно подпишитесь на канал. Не забывайте смотреть здесь 4 ролика, они тоже клевые, может быть, вы их еще не видели. С вами был TNT Fox, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч.